Предприниматели Алматинского региона продолжают оказывать помощь жителям Кустанайской области, пострадавшим от лесных пожаров. Погорельцы сейчас нуждаются в строительных материалах для возведения домов и хозяйственных построек. Сегодня в Кустанай отправили 3 грузовые машины с газоблоком почти на 5 миллионов тенге. Это позволит возвести стены 4 домов. Кроме этого, 130 работников предприятия, где производят этот кирпич, единодушно решили перечислить свой однодневный заработок для восстановления пострадавших районов. Мы посчитали, что если один дом будет площадью 120 квадратных метров, то отправленных кирпичей хватит на строительство 4 домов. Наше предприятие производит автоклавный газоблок. Это отличный строительный материал, особенно в условиях северного региона. Он же держит тепло. А сейчас кустанайцам это так необходимо. Поэтому мы решили отказаться от определенной прибыли и помочь им.